Доброе утро, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий. Я был пассажиром машины УАЗ-2109, которая ехала по проспекту Правды. В районе поворота на улицу Сосен-Перовской водитель делал маневр поворота направо, перестраиваясь со второго ряда в первый, в крайний правый ряд, чтобы совершить маневр. И в это время нас догнал троллейбус, который не совершил никакого маневра и пытался нас затормозить. Обошлось без пострадавших, но советую всем быть очень внимательным на дороге. Потому что сейчас такое время, что очень много нарушений, очень много людей, которые ездят под поправку. Скорая приезжала на место? Нет, скорая не приезжала, потому что никто не пострадал. Как думаете, что стало причиной аварии, степень вины водителей, какова здесь? Я думаю, что здесь 50 на 50. Что водитель машины, что водитель троллейбуса не среагировали на... А в троллейбусе были пассажиры, вам это говорят? В троллейбусе было пассажиров 20, они вышли, побурчали и пошли на остановку. Бывают водители троллейбусов резко не тормозят, чтобы не травмировать пассажиров, потому что могут люди попадать. Возможно, да. Возможно, да. Но водитель мог бы сделать маневр троллейбуса поворота налево. Левая полоса была свободна. То есть он сместился правее, получается, вас еще и догнал. Да, он нас догнал и развернул машину. Все, спасибо большое, Дима. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Инспектор патрульной службы ПУХА. Как зовут вас? Меня зовут Сергей. А Сережа, что случилось тут? Ну, на данном участке дороги по проспекту Перемоги автомобиль ВАЗ стеснил поворот с другого ряда, а своим поворотом стеснил подъезд троллейбуса, чем створил ДТП. Зараз по цьому факту ми збираємо адмінматеріали та передамо справу до суду. Дима, люди в аварії пострадали? Люди не постраждали. Ну, попередньо в даному ДТП винний водій автомобіля ВАЗ. Як потрібно поворачувати, щоб збігати таких аварій? Потрібно заздалегідь перестроюватися потрібний ряд та здійснення маневру, щоб запобігти таким прикрим випадкам ДТП. Пасажири були в тролейбусі? На даному разі пасажирів не було та потерпілих немає. Все обійшлося без потерпілих. Все, спасибо большое, Дима.